Горожанам предлагают выбрать направление для путешествий. Соответствующий опрос опубликован на сайте аэропорта Иваново. Руководство компании представило список из 10 городов России, в которые могут быть организованы прямые авиарейсы. Отдать свой голос ивановцы могут за Мурманск, Казань, Калининград, Краснодар, Уфу, Екатеринбург, Волгоград, Самару, Махачкалу или Минеральные воды. Выбрать можно один или два варианта ответа. На сайте также указано, что мнение жителей будет учитываться при формировании карты полетов на 2017 год. Рассматриваются круглогодично действующие направления. Результаты опроса передадут руководству авиакомпаний, и уже они примут решение, будут организованы рейсы или нет. На первом месте у нас стоит Казань, на втором месте Калининград, потом Краснодар, Екатеринбург, Волгоград. Всего проголосовало 716 человек пока на сегодняшний момент. Но это не очень большой результат.